Намедни в одном из гигантских павильонов Международного выставочного центра «Екатеринбург-экспо» были названы победители первого в стране Кубка рационализаторов, а он прошел в рамках 8-го национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей экономики World Skills High Tech. Его лучшие конкурсанты получили медали, а ведущим наставникам достались сертификаты по 1 000 000 рублей. В Кубке по рационализации и производительности, а к нему, как к первенцу, был прикован особый интерес наблюдателей, в конкурсном направлении инженерное мышление «Каракури», по-японски «Кайдзен», а по-русски «Механизм», первое место и высшая ступенька пьедестала достались команде комбината «Электрохимприбор», самого секретного предприятия на Горноуральщине из Лесного. Что особо важно, в рамках Кубка изобретателей организаторы участникам готовили конкурсные задания не по теоретическим выкладкам, а на основе реальных задач, с которыми сталкиваются предприятия. В частности, инженеры Уральского электромеханического завода «Трех троек». Им победа рационализаторов позволила решить конкретную заводскую проблему. Мировая пандемия не помешала в очередной раз собрать в Екатеринбурге на первенство WorldSkills 42 команды, суммарно 500 конкурсантов по 39 компетенциям. От логистики до инженерных и строительных технологий, но ковид внес свои коррективы, влияние которых ощущалось даже в финальный день. Глаз вопиющий из выставочного поднебесья перебил даже исполняющего обязанности губернатора Алексея Шмыкова с трибуны выступавшего перед лучшими наставниками Свердловщины. Начиная с этого года конкурс становится... Уважаемые гости, в целях вашей безопасности настоятельно просим соблюдать масочный режим и дистанцию 1.5 метра. Спасибо. Начиная с этого года конкурс у нас будет традиционным, его итоги мы будем подводить ежегодно. Культура наставничества позволяет передавать молодым специалистам практический опыт, знания и уникальные компетенции старших коллег. Кроме рационализаторов и молодых профессионалов, в рамках 8-го национального чемпионата бились за первенство и 80 юниоров в 9 компетенциях. Работу участников оценивали больше 1 500 экспертов. А чемпионат WorldSkills High Tech давно уже стал самым масштабным в стране состязанием профессионалов своего дела –